Всем доброго денечка! Вы находитесь на канале о недвижимости и не только, и с вами Мария. Сегодня мы с вами едем смотреть участки статуса МЖС. Приобретение этих участков возможно под сельскую ипотеку по 3% годовых. Участки находятся в одном из элитных районов города Всеволожска, рядом с Золотым квадратом, в 300 метрах от Ждановского озера, рядом со всеми благами цивилизации микрорайона Южный. До красивых колтушских высотах за моей спиной. Прокачу вас немножко по микрорайону Южный. Слева от нас один из детских садов. Всего на территории Южного 6 детских садов. И 7-я общеобразовательная школа. Есть еще одна школа номер 6. Школа с бассейном. Вот такие здесь красивые улочки. И суперсовременные школы. На территории микрорайона Южный достаточно сетевых магазинов, кафе. Рядом на Колтушском шоссе ресторан «Карина» очень хороший. Фитнес-залы, в том числе фитнес-зал с бассейном. Ну и здесь прекрасное транспортное сообщение. Кто здесь живет, тот об этом знает. Из Южного по Колтушскому шоссе идут автобусы до метро «Ладожская». От участка, который мы сегодня будем рассматривать для приобретения, 500 метров для остановки. Если вам будет необходимо воспользоваться общественным транспортом, то в этом нету никаких проблем. Прямо по горизонту у нас Колтушская возвышенность. Именно туда мы сейчас поднимемся смотреть участок. Здесь тоже две автобусные остановки в каждую сторону. Здесь останавливаются автобусы, которые идут с метро «Ладожская». Мы с вами поворачиваем на улицу Красная Горка. Въезжаем в деревню Кальцита. Здесь красиво, прям как на улицах в горах Сочи. Тут у нас есть такой водоемчик интересный, типа пожарного. Там люди ловят рыбу. Но это не Ждановское озеро. Ждановское озеро у нас с другой стороны, оно большое, чистое, прекрасное. Мы с вами сейчас повернем на главную улицу деревни Кальцина и поедем с вами по Сиреневому бульвару. Ну, честно сказать, точное название этой улицы я не знаю, но тут так цветет сирень, как на Марсовом поле Санкт-Петербурга. Красотень! Все дома здесь газифицированы. Буквально за 1,5 минуты мы с вами доехали до наших участков. Вот направо мы сейчас проедем к участкам. Тут буквально 30 метров, а налево спуск на Колтушское шоссе. Поскольку сегодня дождь, я не стала по нему подниматься, но мы с вами по нему спустимся. И опаньки, ой-ля-ля, мы с вами приехали. Прямо по курсу у нас коттеджный поселок Корнер. А направо участки, которые мы сейчас будем смотреть. Сегодня я вас привезла в чудесную локацию. 10 километров по дороге жизни или Колтушскому шоссе от Санкт-Петербурга. Всеволожск, рядом с микрорайоном Южный, деревня Кальцина, улица Лермонтова. До Ждановского озера здесь всего 300 метров. До благ цивилизации микрорайона Южный 1 километр вниз с горочки. И вы уже там. Участки находятся на красивой возвышенности, на Колтушских высотах. Сегодня здесь поют жаворонки. Здесь сухие почвы, поэтому никогда не будет комарья. Рядом здесь сосновые пролесочки. Ну и стоимость участка составляет 600 тысяч за сотку. Здесь уже проведено электричество. Есть возможность подключения всех центральных коммуникаций, то есть газ, свет и вода. Вот участок, который я вам хочу показать. Участок 6 соток. Стоимость у нас на сегодняшний день 600 тысяч за сотку. То есть стоимость участка 3600. Мы с вами поднялись в застройку ИЖС. Эти улицы относительно новые. Поэтому дома здесь все новые и красивые. Рядом вот коттеджный поселок Корнер, где дома стоит по 27 миллионов. Кстати говоря, если вас заинтересует, тоже можете обращаться. Я вам все расскажу и помогу купить. Если вы захотите участок на территории этого поселка, можете ко мне обращаться. Вот, мы сейчас с вами находимся на участке на нашем.
Как видите, здесь проведено электричество. Конечно, вам за подключение электричества надо будет заплатить, но столбы уже стоят. К участку подходит вот такая вот дорожка грунтовая. Наш участок угловой, у него получается два подъезда. Можно с одной стороны делать въезд на участок, можно с другой стороны делать въезд на участок. Как вам больше понравится? Рядышком по улице, через несколько участков, вот в окружении таких красивых коттеджиков, у нас находится еще один участок площадью 7,2. Вот он у нас здесь с правой стороны. Все участки, как вы видите, ровные, сухие. Никаких дополнительных затрат они не требуют. Приезжай, как говорится, и стройся. Вот наш участок, ровненький. Кроме одуванчиков здесь пока что никого нет. Участок ждет вашего присутствия. Площадь участка 7,2, и цена его составляет 4 300 000. Площадь участков составляет 6,7 сотых и 7,2 по цене 3 600 000 и 4 300. Оба участка можно приобрести по сельской ипотеке под ставку 3% годовых. Ставка обещает не меняться, так как программа действует бессрочно. В прошлом году был подписан закон по сельской ипотеке о бессрочности действия этой ипотеки. Допиком вам будет пение жаворонков. Слышите, как заливается? Ну все, звоните, пишите. Мой телефон вы все знаете. 8-965-023-09-97. Пока. Как я вам и обещала, спускаемся мы с вами по ближайшей улице к микрорайону Южный. На Колчевское шоссе. То есть, если вам нужно будет ехать в сторону Всеволожска или вести детей в школу, вы воспользуетесь вот этой вот асфальтированной улицей. Улица Песочная. 300 метров, и вы на Колчевском шоссе. Даже видны отсюда дома микрорайона Южный. Итак, отсюда у нас направо Южный и город Всеволожск, а налево у нас Колчевское шоссе вас отвезет до метро Ладожская или до Мурманской трассы в любое направление. Ну все, теперь точно пока. Все вам рассказала. Звоните, обращайтесь, покупайте. Будьте счастливы. Пока.